В связи с уходом Суркова в политической картине ничего существенно не поменяется. Вот. А меня тревожит очень судьба Сколковского проекта. При всех минусах и при всех справедливых критических замечаниях в адрес Сколкова, это была неплохая идея. Нам действительно нужен серьезный прорыв в инновационной экономике. Нам нужна видимая работающая модель этой новой инновационной экономики. Правильно, что он пытался этот проект осуществить. И я боюсь, что теперь проект просто погубят в связи с тем, что